свою звонкую песню обновлению природы, солнца и весне. У славян встречают весну широкой масленицей, у мусульман – щедрым наврузом. Эти праздники являются символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. Вот уже много лет на нашем фестивале собираются наши добрые друзья. Люди, для которых дело сохранения народных традиций стало неотъемлемой частью их жизни. На сцену приглашаются представители национальных общественных организаций. Руководитель Оренбургской региональной общественной организации по возрождению русской культуры «Пересвет» Александр Евгеньевич Потлахов. Атаман Оренбургского отдельского казачьего общества, первый отдел Оренбургского казачьего войска, казачий полковник Сергей Николаевич Слепов. Член правления региональной общественной организации «Украинское общество имени Тараса Шевченко» Елена Валерьевна Попова. Представитель Оренбургской региональной общественной организации «Русский национальный центр» Юлия Юрьевна Москвина. Председатель Оренбургской областной общественной организации «Ассоциация казахов Оренбуржья» Женебек Мурзабекович Итхузов. Председатель городской татарской национально-культурной автономии Рустам Бызрахманович Мананов. Добрый день, рада всех приветствовать в этом зале. Очень рада, что такой замечательный фестиваль проходит ежегодно в Оренбургском крае. Это дает надежду на то, что наши замечательные традиции, наша культура жива. Она продолжает жить среди людей в наших сердцах. Культура развивается, традиции сохраняются и живут. Подрастает поколение, которое знает наши традиции, знает нашу культуру и любит ее. Это очень здорово, поскольку дело сохранения традиций русской культуры очень значимо для сохранения народа и государства в целом. Наш великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов сказал такую фразу: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». И наш народ имеет будущее, поскольку мы знаем свою культуру, сохраняем свои традиции, а значит, наша страна и наш великий народ, и все наши народы будут жить. Благодарю всех участников фестиваля за то, что вы несете наши традиции, занимаетесь этим замечательным делом. И желаю вам сил, удачи, успехов и терпения на вашем пути. Благодарю от всего сердца. Здравствуйте. Вот уже почти 445 лет, как казаки пришли впервые на эту землю. И все эти годы, все эти века казаки сохраняли мир и порядок на этой земле. Они научились за эти годы не просто сохранять этот мир и порядок, а в любви и согласии жить со всеми народами, которые населяли и населяют сейчас эту землю. Мы с ранних пор, с самого младшего возраста, учим своих детей, своих казаков любить и уважать все народы, которые населяют нашу землю. Жить в мире и согласии. И вот сегодняшний фестиваль, который проходит во Дворце детей и молодежи «Поленичка», один из примеров этого мира и согласия, любви, в котором живут наши народы на территории Оренбургской области. Я надеюсь, что вот родители, которые привезли сюда своих детей, искренне верят в то, что они делают. И хочу им большое спасибо сказать за то, что вы воспитываете своих детей, в своих детях такую же любовь к своему, к своей земле и к всем своим соседям, и ко всем народам, которые населяют нашу Оренбургскую область. Спасибо детям за то, что они вот учатся всему этому и показывают нам на сцене. И желаю вам победить всем и каждому. Добрый день, шановні друзі. Від імені Української організації я рада вітати вас. Я рада приветствовать вас. Я рада видеть в этом зале такие замечательные, красивые и неравнодушные лица. Всех национальностей, наверное, нельзя представить здесь. Но большинство национальностей здесь собрались. Ребята, я очень рада, что вы нашли свое призвание в том, чтобы поддерживать эти традиции. Спасибо и всем вам успехов!
Дякую, Елена. Позвольте от лица Русского общества «Пересвет» поздравить вас с этим фестивалем, потому что этот фестиваль на самом деле вот именно то название, которое он имеет. Это светлые, радостные, это вот именно дети, наши цветы в нашей жизни. А также дети – это наше будущее. Я сейчас обучаюсь на третьем высшем образовании, учитель истории. Я особенно с особой силой понимаю, что именно то, что будет заложено в наших детей, то и будет нашим будущим. Поэтому особая благодарность вот от меня, от Русского общества «Пересвет», от всех-всех-всех нашим преподавателям, нашим руководителям ансамбля. Вот на самом деле низкий вам поклон, я представляю, сколько нервов. Вот теперь только я начал на самом деле понимать, сколько нервов, сколько каких-то душевных сил это все стоит вам. Поэтому огромное вам человеческое спасибо. Спасибо. Хорматлы дуслар, махтарям милятташлар и сямнусис. Дорогие друзья, уважаемые сограждане, здравствуйте! С праздником вас! С праздником единства, с праздником дружбы нашего многоконфессионального сообщества. В Священном Коране Всевышний сказал: «Я создал вас разными людьми, разными языками, разными странами, чтобы вы познавали друг друга. Давайте познавать друг друга, давайте уважать друг друга, давайте ценить друг друга». И вдобавок к атаману хочу сказать, что у атамана Дутова главным телохранителем был татарин. Мы на родном языке, на татарском языке тоже учим любить родину, ценить родину, уважать нашего президента. Спасибо огромное. Байрам брэ. Спасибо вам большое. Примите, пожалуйста, эти весенние цветы на память о нашем фестивале. Проходите, пожалуйста, в зал.